Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие гости и приглашенные! Мы приветствуем всех на празднике жатвы Назаровского района «Золотой колос 2022». Этот праздник дает возможность показать, чем богата земля Назаровская, какие люди на ней живут, трудятся и творят. «Золотой колос» — это первый сноп нового урожая. «Золотой колос» — благополучие и достаток жителей нашего района. «Золотой колос» — это запах свежевыпеченного каравая нового урожая. И, наконец, «Золотой колос» — это самоотверженный, благородный труд наших комбайнеров. В старину первый сжатый сноп называли именинником. И по сложившейся уже традиции просим внести на сцену снопы нового урожая 2022 года. А завершение сельскохозяйственного года будет не только весомым вкладом в экономику района, края и страны. И пусть работа спорится, уборка проходит легко и слаженно, а погода только радует. Быть урожаю, быть добру! Почетное право открыть праздник жатвы «Золотой колос» предоставляется главе Назаровского района Ковалеву Михаилу Александровичу. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на традиционном празднике. Начало жатвы «Золотой колос». Для вас мы постарались сделать все самое лучшее для вашего времяпровождения. Но наша земля, Назаровская земля, всегда славилась своим хлебом, богатством. Но самое главное богатство нашего Назаровской земли – это наши люди. Те, которые действительно любят свою землю, те, кто на ней работает, отдают ей свою душу. И, соответственно, земля относится к ним и к нам с той теплотой и любовью, которая к ней относится, нашим хлебом. Традиционно я даю старт начала жатвы. Нашими аплодисментами поддержим наших работников сельского хозяйства.